Бадминтон – вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделенной сеткой площадки и перекидывают валан через нее ударами ракеток, стремясь выиграть партию. Соперничают два игрока или две пары игроков. С 92 года бадминтон включен в программу летних Олимпийских игр. В Доме культуры Успенского поселения этот вид спорта стал традиционным. Бадминтон является одним из тяжелых видов спорта. Это только все на пляже играют там для своего удовольствия. Это такой же вид спорта, как тяжелая атлетика, как футбол. Вот. Здесь необходима и реакция, быстрота решения, принятие, большая подвижность, физическая нагрузка. На чемпионате Советского Союза был случай, когда валан поднялся в воздух, подали, и он 2 часа не опускался. Это был такой рекорд, книгу Гиннесса нести можно было. Поэтому бадминтон – это очень серьезный вид спорта, если заниматься профессионально. Только с виду кажется, что это очень легкая и простая игра. На деле все иначе. Чтобы добиться желаемого результата, необходимы каждодневные и многочасовые тренировки. Я уже хожу там 4 года и научилась за 4 года подавать укороченные, попадать в поле хорошо. Атмосфера в зале очень доброжелательная, и все спортсмены с удовольствием участвовали в соревнованиях. В конце мероприятия на память о спортивном празднике всем без исключения были вручены медали и поощрительные призы. «Золотой валан 2015» – последнее мероприятие в Доме культуры «Успенский» перед ремонтом. В конце декабря его закрывают, но уже через 1,5 года обновленное здание распахнет двери юным дарованием. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».